праздником. Спасибо. Празднование Дня воздушно-десантных войск в Твери началось ранним утром. Ото всех запланированных массовых мероприятий так полюбившимся горожанам пришлось отказаться. Пандемия. Но традиционный автопробег по улицам областной столицы все же состоялся. Более 2500 десантников в голубых беретах, наверное, достанут кто-то из чемодана, кто-то из тресолей, да, оденут берет и тельняшку, и с гордостью скажут: я десантник. Увидеть друзей, сослуживцев, увидеть братьев, ну, очень, очень хороший профессиональный наш праздник. Еще есть порох в пороховнице, да, и мы родину нашу спасем точно. День ВДВ с уверенностью можно назвать праздником поколений. Символы праздника – голубые береты и тельняшки – с гордостью носят дети и внуки тех, кто служил в войсках дяди Васи. Семьи наших десантников празднуют его точно так же, как и сами десантники. Наши жены, некоторые из них, получили, например, такое звание – почетная жена десантника. Поэтому это действительно уже, по сути дела, общероссийский праздник. Это праздник сильных духом, телом. И, я думаю, он будет у нас вечным. Воздушно-десантные войска непобедимы, и это все прекрасно знают. ВДВ живо, что оно есть. И что мы по-прежнему готовы встать на защиту своей страны. Мы живы и сильны своим духом. Мы живы и сильны своими победами. Победами наших дедов, отцов, всех предков. Вашими победами и будущими победами наших детей. С праздником! Как говорили тогда, в годы Великой Отечественной войны, крылатая пехота, она может появиться в любое время, в любом месте, да, в самое неожиданное, и прийти на помощь своему государству. Так что огромное вам спасибо, низкий поклон за то, что вы в строю находите время в рабочий день прийти и вспомнить своих и отцов-командиров, и передать эстафету нашему подрастающему поколению. Здесь же перед строем зачитан приветственный адрес губернатора Тверской области. Сегодня, присоединяясь к многочисленным поздравлениям, хочется отметить, что десант был и остается элитой российской армии. И то, что именно ветераны ВДВ сейчас, в не самое простое для страны время, активно занимаются воспитанием подрастающего поколения, дорогого стоит. Тем временем торжественная автоколонна отправляется в путь. Глядя на развивающиеся флаги, испытываешь чувство гордости за свою родину и славное боевое братство ее защитников. И в авангарде этой армии непобедимая десантура. С праздником вас, ребята!